Мужество – самое важное качество мужчины, которое заключается в умении по-настоящему любить, быть мудрым человеком и крепким духом, умение быть достойным другом и просто человеком с горячим сердцем. Рада представить вам, наши телезрители, герои нашей программы, который обладает всеми этими качествами, хотя, возможно, очень многим из вас он хорошо знаком. Кимаев Юрий Васильевич прославился множеством добрых дел и по-настоящему мужественными поступками. Юрий Васильевич – активный и целеустремленный человек, обладающий богатым жизненным опытом. Очень рада с вами познакомиться. Сегодня в вашем доме, мы знаем, наверняка происходит целое торжество. С вашим 60-летним юбилейным днем рождения поздравляет семья Масловых. 60 – это круглая дата. Не отметить такую нельзя. Это время, когда с тобой рядом лишь надежные люди, друзья. Пусть проблемы сбегут без оглядки. Жизнь наполнит успех и добро. И здоровье пусть будет в порядке. И, конечно, чтоб больше везло. Не теряй ни задора, ни пыла, не расстраивайся и не робей, чтоб судьба берегла и хранила. И отметь хорошо юбилей. Должны признаться, что ваш день рождения – праздник особенный, ведь вы и сам человек удивительный. Вы из тех, кто несет в жизнь света и в переносном, и прямом смысле. Вы всегда контролируете ситуацию. На вас можно положиться, можно спросить совет по любому поводу. С искренним теплом желаем вам оставаться таким же хорошим человеком, каким мы знаем вас много лет. Пусть для вас будет ценно каждое мгновение. Живите все кругом примечая, отбирая самое лучшее, а печальное никогда не держите на сердце. Уважаемый Юрий Васильевич, желаем вам всего самого доброго, светлого, будьте всегда на подъеме, ведь настоящий мужчина должен быть таким же мужественным, сильным, как вы. Всегда помните о том, что у вас есть родные, которые вас искренне любят. Каждый юбилей в жизни человека особенный, важный и значимый, но все же трудно не согласиться, что 60 лет – особая дата. Почетный, уважаемый, солидный и семейный праздник продолжает нашу программу. Кимаеву Юрию Васильевичу 60 лет – это уважаемый возраст. Мы поинтересовались у ваших близких, какой вы юбиляр, что за человек. И абсолютно все как один ответили – вы очень добрый, веселый, хороший семьянин, отец, дед. Вы живете не для себя, а для семьи. Вы великодушный, понимающий, щедрый, отзывчивый. В обмен на ваши счастливые улыбки вручаем вам этот презент от семьи Масловых. В этот праздничный день позвольте поздравить вас с днем рождения. Хотим пожелать вам такого состояния души, от которого будет заряжаться даже солнце. Пускай еще долго катится колесо жизни по ровной дорожке, без препятствий и происшествий. Желаем железного здоровья, стальных нервов и стабильного, хорошего настроения. Вы тот человек, который подает пример жизненной бодрости и оптимизма. В этот знаменательный день мы желаем вам крепкого здоровья и радости, которое будет приносить вам каждый новый день вашей долгой жизни. Вы молоды, полны сил, чтобы любить, мечтать, трудиться. Пускай в вашем здоровом теле всегда будет и здоровый дух, а душевное равновесие позволяет пользоваться всеми радостями жизни. Уважаемый Юрий Васильевич, поздравляем вас с 60-летием, с вашим юбилеем. И хотим пожелать вам радоваться жизни так же, как и 30 лет назад. Живите долго, радостно, и пусть судьба хранит вас и всех, кто вам дорог. Примите хорошую песню в качестве...